Привет, ребята! Сегодня мы сделали закупку на 30 евро, и я хочу вам показать, сколько всего можно купить на 30 евро в Черногории. Итак, закупка на 30 евро. Она получилась у нас предновогодняя, но мы обычно не покупаем на так много, поэтому решили снять отдельное видео. Мы купили маринованные огурцы, они соленые для салата оливье, конечно же, на Новый год. Получается, здесь 2,5 литра. 2,30 это стоило, Рома говорит. Достаточно выгодно. Посмотрим, вкусные они или нет. Честно, мы не знаем. Мы первый раз их берем. Вот, пока я их отставлю сюда. Едем. Томатная паста. Томатная. 90 центов. Думаю, слышно. Да, едем дальше. Пока буду отставлять сюда, пока хватает места. У нас всегда мало мандаринов. Да, мандарины мы очень любим. Сейчас мандарины по 70 центов. Мы взяли 2... 300, вот целый пакет. Мандаринки, кстати, вот они вот такие, знаете, как, не знаю, в моем детстве мы назвали это грузинские. Вот они такие реально вкусные, с кислинкой, все как положено. Но, по-моему, в детстве они пахли как-то вкуснее. Ну, мне кажется, это просто вопрос. Взяли перец, мы взяли один перец. Он дорогой сейчас. Одна красная паприка. Это все из Аждиэля пока. Ага, эти оранжевые пакетики, значит, что это из Аждиэля. И стоит один перчик 30 центов, вообще 2,30 килограмм. 2,30 евро за килограмм, по-моему, это дорого. Но сейчас декабрь, поэтому, в принципе, это и понятно. Огурцы стоят, кстати, очень недорогие огурцы, стоят 70 центов, как для зимы. Я считаю, что это не очень дорого, потому что они и летом иногда стоят евро. Честно могу сказать, что огурцы не лучшие здесь, в Черногории. Они такие вот, как по мне, кабачки должны быть такого размера, а не огурцы. Но, грубо говоря, уже... Что есть, тому и рады. Это что это? Курица. Вот здоровенная курица, которая стоит всего евро 50 килограмм. Мы взяли 2,600. Я ее развяжу. Ну да, но я просто хочу, чтобы было как бы понятно и видно. Ну, вот так вот. Курочка запакованная, целая. Будем запекать. Вставляем. Какие-то чернобыльские черри. Кстати, недорогие относительно черри. 3 евро. Почему чернобыльские? Потому что, ну, по-моему, для черри это крупновато. Но они... Это единственное, что можно сейчас кушать из помидор. Вот такая почти полкилограмма стоила 1,5 евро. Едем дальше. А взяли самый обычный сыр. Сколько? 200 грамм. А, вот он. Кусочком за 5 евро. 5 евро килограмм. Обычная гауда. Тут пишет, просто для салата, для всего. А, ну это Романа любовь, куда же без семечек. Сколько стоит семечек? Евро. Евро. 200 грамм. Удовольствие стоит. Сейчас скажу, сколько здесь. Да, здесь 200 грамм. Вот оно написано, не знаю, видно или нет. 200 грамм удовольствия стоит 1 евро. Булочка. А, вот такая булочка. Кстати, с хлебом, лично, по моему мнению, в Черногории с хлебом так себе. Поэтому здесь сложно найти хороший хлеб. Вот эта хорошая булочка, она стоит в HDL 40 центов. И белая такая стоит 30 центов. Рекомендую, потому что не всегда здесь можно найти хороший вкусный хлеб, поверьте мне. Морковка. Знаете, у нас тут не принято покупать, знаете, там тонными килограммами, потому что нам легче сходить в супермаркет и купить просто две морковки. Килограмм морковки стоит 40 центов. То есть две морковки нам обошлись в 11 центов. Я лучше завтра, если мне вдруг понадобится, куплю еще одну морковку, или еще две, или еще пять. Но мы не покупаем большими количествами. 90 сметанка. Вот такие вот сметаны. Называется она павлака. То есть слово сметана вы в Черногории не найдете. Павлака в Сербии, кстати, точно так же. Есть еще второе название, называется милерам. Но именно в Черногории очень редко можно ее встретить. В основном это павлака. Вот в таких вот ведерках. Евро стоит... Сколько тут грамм? Сейчас гляну. 700 грамм. Хорошая... Евро даже меньше, 90 центов. Ну, 90 центов вообще. Хорошая, 10%, потому что 20% мы не любим, она слишком жирная для нас. В основном здесь все покупают 20%. Так, это я убрала. Фета. Фета у нас дешевая. 3 евро. Это, кстати, не сам... Это уже... Это уже дорого, да? Это уже не HDL, это уже другой магазин. А, другой магазин, несу, то есть до этого... Это Франция, я могу говорить. А тут... Да, тут это даже, Франция, кстати, тут, да, тут написано Франция, стоит 3 евро фета, ну вот мы купили на 70 центов кусочек, фета очень вкусная, всегда свежая в Черногории, рекомендую, кто любит.
Яйца по скидке были 90 центов за 10 штук. Это очень дешево для яиц. 90 центов за 10 штук. Ну, обычные себе яйца, как яйца. Обычно они стоят евро 20, полтора, где-то так. Так, у нас еще целых 2 или 3 пакета, так что держитесь. Еще мандарины, просто в другом магазине. Мандарин много не... Вот, видите, это уже другие мандарины. Сейчас я вам покажу. Вот они, видите, уже такие мягенькие, большие. Они крупнее, но это другие. Они, мне кажется, это больше на испанские похожи. И стоят они 55 центов всего лишь. То есть они еще дешевле, чем те. Бананы сейчас просто, ну, дешевле некуда. Они, мы покупаем их в Ароме, они стоят 45 центов. То есть мы купили килограмм, чуть больше даже. И вообще обычно бананы стоят евро. Это нормальная цена для бананов, или 90 центов. Но сейчас они почему-то очень дешевые. И это клево. Это уже, кстати, Арома. Да, это Арома. Я, кстати, да, бананы тоже из Арома, я сказала. Я говорила в другом видео, когда про супермаркеты, что в Ароме есть вот свой итальянский импорт. Вот он, Конад. Кто был в Италии или кто знает итальянские продукты, многие знают эту марку. Вот. Почем? По 65 центов, но это по скидке, так они 85. То есть они стоят 85, мы купили по 65 сейчас. Ну, скидка небольшая, с другой стороны, мы все равно ее постоянно едим. Без макарошек в нашей жизни никуда. Вот, так что рекомендую, хорошая марка. Та же Барилла, только упаковка другая, честное слово. Вот это, короче, мы купили на подарок, он стоит 3 евро, вот, но сейчас мы его урвали по 90 центов. Мандариновый джем. Но он один, да, только, к сожалению? Да, к сожалению. Придется дарить или оставить себе, или дарить, как вы голосуете. О, картошка. Это вообще просто какой-то успех. Она стоит, мало того, что она стоит 25 центов сейчас. Это молодая картошка. Я ее развяжу. Она еще, она грязненькая и мокренькая даже такая. Ну, то есть, она ее будет из пакета вытянуть. Просто это очень дешево даже, мне кажется, летом. Даже летом дешево 25 центов за молодую картошку. Сейчас, по-моему, старая картошка стоит дороже. И лук стоит 35 центов. Обычный. Опять же, видите, две луковицы. Это максимум, что мы берем. Мы можем взять вообще один огурец. Это нормально здесь. Два помидора. Ну. Тут часто люди живут по одному, например, и им не надо много. Вино евро 30. Это, кстати, ну, это недорогое вино. Есть вина получше. Будет отдельное видео по винам. Это просто мы взяли, не знаю, на пробу или для готовки. Не, в общем, вот это достаточно хорошая марка. Оно простое. То есть ничего суперского не ждите. Для готовки вообще отлично. Если мидии готовите, я рекомендую какое-то недорогое вино, не принципиально. Но, опять же, вы в мидии нальете 50, там, 100 грамм, а остальное вам допивать. Поэтому думайте, какое вино берете для мидии. Я не знаю, вкусное оно или нет, мы его не пробовали. Смодеровка – это местный сорт винограда. Чаще он, кстати, больше в Македонии, да? В Македонии, да, больше македонский или сорт. Тоже, да. Или боснийский. В Черногории его как-то не особо так выращивают, но, тем не менее, грубо говоря, балканский сорт будет. Бандюэль, большая, огромная. 2 евро. Это огромная, 2 евро. Ну, что-то еще есть? Да, есть еще. Давай. В общем, обычно мы берем поменьше, обычно стандартные, но не знаю, что Рома решил взять здоровенную. Здоровенная, а это 2,50. Мои любимые конфетки. Моцарт 2,50. Это австрийские конфеты, кто знает. Они с марципаном, кто любит просто марципан или не любит, обратите внимание, 2,50. Сколько тут грамм? По-моему, 200. 150 грамм, но это, они того стоят. Это, да. По-моему, это недорого, 2,50 за такие конфеты. Это киви. О, киви. Сейчас же сезон киви, они стоят 75 центов. Вот у нас получилось. Да. У нас получилось вот это все на 800 грамм. Вот это вот все, не знаю, насколько хорошо видно. Вот это все всего лишь на 60 центов. Класс, будут фруктовые салатики. Что там дальше идет? Еще одни огурцы, просто они поменьше, чем огурцы. А, да, вот, они стоят тоже 45 центов. И, ну, за огурцами у нас тут прям охота, потому что вот этот здоровый тоже, а вот это уже, видите, больше на огурец похоже. Бывают иногда маленькие корнишоны, но этот успех бывает крайне редко в этой стране, поэтому я вам даже их вряд ли покажу. А, ну, конечно же, Новый год, преддверие Нового года, шампанское. Но, кстати, мы его тоже, ну, шампанское всегда по скидке к Новому году, мы его тоже купили по скидке за 3,30, а так он стоит 4 с чем-то, да? 4,50. 4,50. Понятно, да, все цены в евро. Вроде королёк, не знаю. А, это тоже, это
не знаю, хурма, королек. Я надеюсь, что это королек. У них тут есть такой, который не вяжет рот, судя по потому что просвечивается немножко коричневое, и вот оно такой потресканный. Скорее всего, это все-таки королек. Утверждать не буду. Оно все равно у них одинаково называется. Японское яблоко у них это называется. И стоит он тоже 50 центов. То есть вот эти 4 штуки нам стоили 43 цента. Но сейчас сезон просто мандарин, сезон киви, сезон хурмы, поэтому и цены такие. Еще чуть-чуть мандарин. Да, просто понимаете, Рома фанат мандарин. Мы купили еще. Это клементины, это тоже другие, это уже третий. Тоже нет, по 48 центов у меня грязная рука, это картошка. Это клементины, я, кстати, клементины меньше всего люблю. Во-первых, они плохо чистятся, вот, они чуть-чуть другие. У нас 3 пакета мандарин, в 3 магазинах там был и 3 вида мандарин. Я был в 5 магазинах. Да? Это все? Ну все, да, вроде как. Пока-пока.